Перед Аллахом месяц вы отчет держали, на чистоту свою вы душу проверяли. Аллах за все дела вам милость ниспошлет и счастьем наградит на много дней вперед. Мы поздравляем с праздником вас, Ураза-Байрам, желаем радости и крепкой веры вам, кавказского здоровья, терпения, удачи, и становилось чтоб душа богаче. К добру и благочестию по-прежнему стремитесь, со всеми, кто нуждается, заботой поделитесь. Пусть все сегодня получают поздравления, знак милосердия, любви и уважения.